Прививать любовь к здоровому образу жизни нужно с пеленок. Так решили в администрации округа и организовали очередную общегородскую зарядку для детей из пришкольных лагерей и детских садов. Такая массовая зарядка на площади проводится не в первый раз. Упражнения делаются под музыку и с фитнес-инструкторами. У вас каникулы? Мы сегодня немножко вспомним школу с вами. Договорились? Несмотря на утренний холод и ветер, желающих зарядиться энергией и хорошим настроением оказалось много. А тех, кто не выполняет упражнения, практически не было. Нам не было холодно, потому что мы все вместе делали зарядку. Это было круто. Стать участником массовой зарядки может любой желающий. Так и в прошлый раз во время утренних упражнений на площади для взрослых дети сами изъявили желание присоединиться к оздоровительным процедурам. Поэтому организаторы решили сделать зарядку и отдельно для детей, со специально подобранными для них упражнениями. Нам эксперимент сегодня наш удался, потому что, наблюдая за детками, мы переживали, будут ли они внимательны, будут ли следить за инструктором, не растеряются ли, потому что детское внимание нужно, сложнее на себя как бы настроить, да, получить это детское внимание. Но сегодня мы довольны своей утренней зарядкой. Утренние зарядки скоро вновь будут бодрить тело и дух жителей города. Администрация округа планирует с сентября проводить такие массовые упражнения по утрам не менее 2 раз в месяц. Надежда Якушенко, Игорь Антонов, Телемикс.